Около 100 теннисистов стали участниками традиционного 17-го по счету мемориала Александра Веретено, который прошел в Омске с 22 по 29 июня на кортах парка культуры и отдыха «Зеленый остров». С прошлого года соревнования вышли на новый уровень и вошли в календарь российского теннисного тура. Теперь участники соревнований могут не только в свое удовольствие поиграть в любимую игру, но и повысить рейтинг в российской турнирной таблице. На корте Алиса Ракитина и Алина Марченко. Несмотря на юный возраст, девочки амбициозны и всерьез хотят связать свою жизнь со спортом. Если ты хорошо играешь, то можно даже найти повод спорта свою профессию. А ты собираешься это сделать? Да. А кем ты хочешь стать? Теннисистка. А что хочешь выиграть? Какая тебе мечта? Есть мечта? То есть я хочу все соревнования выиграть. Вот и в этом поединке в двух сетах Алина победила. Ее соперницу Алису поражение не расстроило. У нее хорошее настроение. Она именинница. Мне очень приятно заниматься теннисом. Поэтому выходить на корт день рождения для меня одна радость. Для меня участие здесь прежде всего означает опыт, набираемый с играми. Ну и, конечно же, квалификационные очки, которые мне пригодятся в будущем. Турнир памяти Александра Веретено ежегодно раскрывает новые таланты и является одним из любимых и престижных соревнований среди опытных спортсменов.